Нам нужно добавить физику к пачке объектов, находящихся на сцене. Как нам это сделать? Значит, вот допустим, у нас есть три объекта, вообще произвольных. Значит, нам нужно к ним обратиться. Самый простой способ обратиться к объектам – это выбрать все объекты по тегу. Значит, в тот момент тега у них нет. Добавляем, ищем слово тег на выбранных объектах. Здесь есть компонент тег и тег, который в векторе. Значит, нам компонент тег не подходит, нам нужен вектор. Значит, добавляем, я просто уже тренировался, добавляем сюда тег, допустим, такой. Вот, и у всех наших трех объектов теперь будет тег MMM. Если что, то данный параметр находится где-то вот тут внизу. Даже никогда так и не знал, где он находится. Вот он, короче, тег. Теперь нам нужно blueprint. На event begin play мы навешиваем get actors, get all actors with tag и указываем наш тег. В данном случае MMM. Get all actors. Из этого массива мы for each loop вытягиваем каждый объект по очереди и касту static mesh. Значит, так как у нас все объекты static mesh, то мы кастуем static mesh. Если там у нас были skeletal mesh, значит, соответственно, было бы касту skeletal mesh. Вытягиваем static mesh, тянем simulate physics. Static mesh компонент. Если после сделать Simulate Physics, то она не поймет, к какому типу объекта мы обращаемся, и оно работать не будет, если просто вытянуть из элемента. Значит, по того, как Simulate Physics, я поставил он success, чтобы было видно. Если cast не удался, то failed. Сохраняем. Play. Все, вот наши товарищи все с физикой теперь. Ну, теперь куда-то.